Hey, all guys, с вами Шмики, мы продолжаем Радио Терпа, название Oreo and the Blind Forest. Так, я, короче, забрался на гору. Фу. Да, мне пришлось заново все это входить, вот так залазить. У нас есть два варианта. Во-первых, мы можем наверх полезть, и во-вторых, мы можем уже пойти в долину. Ну, типа, я смотрю, ущелье скорби довольно много там всего. А вот туманный лес 8%. То есть у нас есть сюда проулок и сюда. Скорее всего, это вот это, да, ущелье скорби? Ладно, плевать, давайте лучше в ущелье скорби. Дальше разберемся, я думаю. Так, сохранить на всякий случай. Ауч. О, ништяк. Опыт. Вы спросите, что я делаю? Я скажу, я сейвлюсь. Там слишком много колючек. Да, возможно, туда можно было бы попасть, но... Походу, не сейчас. Там очень... Я туда просто не пролезу. Поэтому ладно, мы с вами... А, стоять, я ж могу. Это вам плевать. Вот, уже next level. Это мне куда нужно было пролететь, да? Да. Окей. Мы перышко получили, то, что нам нужно было, мы получили. Но видите, даже то, что мы с вами полностью почти прокачаны. Вы видите, сколько я урона наношу врагам. То есть, это очень хорошо, что мы вначале все-таки все изучили. По крайней мере, что мы могли изучить. Это же галлюциногенный лес. Походу, что да. Готово. Но даже если я начну атаковать, все равно мне это ничего не даст, потому что укрытость ветников – это таинственная дымка, струится из этого стебля. Если мы найдем способ поджечь его, то очистим дорогу. Так говорит, очистим дорогу, да и все. Ну вот, я нашел. Да, странное место.
Заметьте, что это не считается как снаряды, которые я могу отбить. Я не знаю даже почему. Ну, столбят они сильно. Ну, то есть, когда я отлетаю. Я отлетаю. Давайте попробуем. Ладно, я попробовал. Это место странное. А ну, жесть, какой странное. Я кусочек чего-то нашел, хотя я не знаю даже, куда мне идти. А-а-а. Да ладно. То есть я ударил. Что? Как это странно. Наверху там ничего нету. Стоп, где я нахожусь? Я попал куда-то непонятно куда. Одураченный туманом? Они заблудились в лесах. Бля, мне нужно было отсюда вот так и туда наверх. А не вы заблудился? Факел Атсо. Он был потерян здесь. Если это нести его к укрытому светильнику, он может указать нам путь. Так как ты... это сложно. А, я понял, типа... Ох, ему вообще все равно. Ладно, я понял, тут нужно сдохнуть.
наркомания пиздец какая. Я просто иду. А куда, я не знаю, ребят. Я просто иду. Ни хрена там взрывчик. Это уже для врагов разрыв жопы. Просто разносим все, что движется. ХП до хера. Куда идти, я не знаю. А, ну тогда я все правильно сделал, хорошо. А, то есть один прыжок, это так. Второй, я понял. Фу, все. Тацу. Бывало поднимался в горы, высоко над ущелье. Скорби, когда факел ее брата угас. Она заблудилась в тумане. О, у меня хотя бы все хп еще восстановили. Так. Вы усвоили способность карабкаться. Нажмите и удержите клавишу Shift, стоя у стены, чтобы скарабкаться на нее. Понимаю. Понимаю. Йоу. Бам. Вам. Но все равно тяжко. Понимаете, нам главное зацепиться за эти растения. Просто все. Я на 100% прошел. Прикольно.
Окей. Что дальше? Бам. Бэм. Ау. Кислотина. Сохраняемся. Полетели. Бам. Ау. Бам. Бем. Бум. Бим. Но я специально сохраняюсь, чтобы тратить эту херовину, все равно мне ее дохера. Не, это место классное. Понял. Так, подожди. Бум. Ой, что, нужно сферу забрать. А в чем пишет, что у меня 100%? Это не 100%. Меня что, обманывают? Я сохранился. Хуй знает где. Я сохранился, хуй знает где. Ну ладно, за счет. За счет парашюта хотя бы можно это. Как сказать. Замедлить процесс падения. И успеть в этот момент. Успел. Так мне, скорее всего, бы наносилось по 2 урона, а так наносится по 1. Ну, кто паркурщик? Я паркурщик. А вы сомневались? А не надо было. Куда мне хотя бы идти, мне интересно. Хорош. Ладно. Ну, здесь сохранюсь. Сюда иду. Что происходит? Понимаете, дело в том, что я уже
вообще потерялся, куда идти. Пойду сюда, ладно. Новую сохранение сделаю. Окей. Почему ты спас на место? Это не опасное место. Все. Урон весь прокачан. Ребята, вы понимаете, я не понимаю, что я вообще делаю. Я просто это делаю. Я еще и все печати нашел. А, мне нужна с... Мне нужно сдохнуть. Объясняю, потому что я просрал тот момент, когда я мог бы вернуться туда и забрать то, что я там оставил. А именно... Опыт. Знаете, как будто я должен был наоборот отсюда туда идти. Бля, не говорите, что так оно и должно было быть. Да ладно. Перезли. Короче, я понял. Можно вздыхать. Там, оказывается, мне нужно было... Ладно, я заберу сферу. Заберу сферку. И пойдем туда, куда надо. Так, мне нужно, получается, взять эту сферу... И отнести ее в обратную сторону. Заметьте, что я могу бесконечно атаковать. Так, сохраняемся на всякий случай. Пом. Пом-пом-пом-пом. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум.
Опять я потерялся. А, подождите, здесь же дерево было. Теперь вот тут нету. А-а-а. Тогда все нормально. Бля, было бы жестко, если нельзя было, чтобы во время этого урон получать. Мне кажется, можно было бы охереть. Ебаный элемент огня. Это что, руна из доты? Мы зашли в крытый светильник, и он разогнал туман. Ори, появился ключ к руинам Фрлорна, печать Гуман. Вы нашли печать Гумана. Это ключ открывает дорогу в руины Фрлорна. Элемент ветров открыт в глубине руины Фолнорна. К югу отсюда, это недалеко, я покажу дорогу. Это как раз просто вниз нам спрыгнуть. Все, это вся карта. Бац. Нам просто вниз спрыгнуть. О, нифига, я нашел что-то. Только что это? Я сейчас понял, что мне хер знает куда бежать. Думаю, лучше время не терять и бежать. А, так я могу рычагу и закрывать, и открывать. Понял, принял. Зачем так сделали? Сделали бы, если ты один раз открыл, то уже все. Ну, я хотя бы здесь все двери уже подкрывал, поэтому... Мне просто бежать надо. Нормально. Бац, 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 бац. Забрали, побежали. Я понимаю, я там умираю, да? 66 смертей. 70% игры пройдено. Ну блин, я ищу все. Ладно, давайте тогда мы сюда пройдем следующую серию, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока.